Давайте, погнали открывать калашик долгожданный. Я его так ждал. Так, уф, прям заменю сейчас его сразу же. Будем с калашиком бегать. Просил у них сделать. Прокачиваемый калаш, правда, всего 6 левелов сделали. В общем, вот такой вот калашик. Есть на него также схема. Вот так выглядит скин прицела. И магазина. Можно было это на 2 левела сделать. И дуло. Это можно 3 левела было сделать, офигеть. И тогда можно было бы сделать еще ящик. И тогда бы норма еще получилась. Необычные косметические. Вот так выглядит лента убийств. И вот так со схемой. И вот так вот выглядит последний левел. И вот так со схемой выглядит. Все, не буду тянуть кота за бубенцы. Погнали. Надеюсь, что упадет все сразу. Нам только выбить его нужно, и все. В принципе, он сразу там прокачается. Опа! С первой сразу же. Первый. Прикинь, сейчас первый упадет. Калашик. Так и будет. Нет. Нифига. Тут нет ничего. О, не, ну тут по-любому. И калаш, и схема лежит. И калаш, и схема. Не придумал. И схема, и калаш. Я просто вот... Вот тут калаш, вот тут схема. Чекаем. А ты меня слышишь? Ну... Да, слышу. Да ну, блин! Что это? Что это за херня? Во! Ну зато хотя бы сыпят золотые, да? Где мой калаш? Да вот же схема! Схему выбили, кстати, ну это хорошо. Прикинь, схему выбили на калашек. Нормально. Нормально. Сюда просто. И калаш. Блин, ну это было бы эпично, конечно. Угу. Блин, прикинь, не выпало. Не, по идее. Нет. Но схема есть, это уже радует. Ну да. Но я со схемой буду гонять. С красным будет? Не, я буду со схемой гонять. Ну, типа, раз редко. Ну, типа, схема же это все равно, типа, что-то необычное получается. Это ж надо дополнительно выбивать. Подожди, а что, поэтому режу. Схему ты можешь прям в игре менять цвет, да? Нет, нет, только в этом. Так, еще 2 золотых кейса, ребята. По 2 золотых кейса сыпет. Нормально, нормально. Let's go. Все. Да, все. Сюда просто. Ну, давай еще один. Но тут не фартануло. Ну и... Все, до 6 сразу можно. Давайте потихонечку. По одному левелу. По одному. Давайте вот так же сразу на схеме. Раз. Вот так вот. Хоп. Второй левел. Потом третий. Четвертый. Пятый. И 6-й. Сюда. Вот же он. Наш красавчик. Калаш. Прокачиваемый калаш. Самая дешевая пушка. Ну да, вообще самая дешевая. Да, в принципе, неплохо выглядит. Всего 6 уровней. Вот $100 получилось. Не, ну даже получается, я открыли мы на 12. Не, ну это, блин, 250 кейсов получилось. 250 кейсов. Чтобы выбить калаш. Это нифига не дешево. Получается. Так-то. Но кому-то, блин, сыпет сразу нормально. Ладно, го, этот, быстренько.